вот эта форма взаимоотношений, которая называется краудфандинг, о котором мы сейчас говорим, на самом деле, возможно, это последний оплот, как бы последняя ниточка, которая соединяет непосредственно смотрящего, непосредственно напрямую с тем, кто делает свое кино. Но это меня не так вдохновляет, потому что это печальная сторона реальности, печальная сторона того, что с нами происходит. Ты знаешь, вот похоже, действительно, я говорил об этих временах, которые породили такие явления, как краудфандинг. На самом деле, это печальный знак, что приходят такие времена, когда мы сами самих себя, что называется, поддерживаем. В то время, как должны заниматься этим совершенно другие. Для чего мы их избирали? Ну хорошо, не мы, а опосредованно мы. Для чего они представляют нас как целую страну?